Ну что, всем привет. Вот я и приехал наконец-то на рыбалочку. Хочу сегодня половить османчика. Вообще говорят, что в этой речке водится и форелька мелкая. Но я в это особо не верю. Но попробую половить. Посмотрим, в общем, что здесь ловится, что здесь водится. Вот здесь обделанный такой берег идет камнем. Дальше уже речка идет без такого берега. Сейчас здесь попробую первым делом. А потом уже двинемся туда дальше. Если что, то я взял сапоги резиновые. Так что можно будет по речке погулять. Заправил вот так вот штаны в носки. Потому что здесь могут быть клещи сейчас. Скорее всего, они не могут быть, а они есть. Поэтому надо как бы чуть-чуть себя предостеречь от этого. Все, сейчас я начну вот отсюда, сверху. Вот здесь есть заводежки, вижу, неплохие. И пойдем вниз, 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 вниз. Попробуем, половим. Буду использовать опарыша сегодня. Посмотрим, что из этого получится. Ну что, вот здесь, думаю, отсюда и начну. Вот первая заводежка такая интересная. Давайте попробуем. Посмотрим, есть ли здесь рыба. Да, идет поклевка сразу же. Опа! Блин, кто-то уже сидел там. Я насадил три опарыша. В принципе, мелочь не должна прям так сильно на крючок насаживаться. Кто-то покрупнее, я думаю, только сможет заглотить все это дело. Да, значит, рыба есть. Я просто и не знал, в этих местах в это время вообще есть рыба, нет, без понятия. Ну вот, судя по тому, что сейчас сразу же поклевка была, рыба есть. И думаю, что сегодня рыбалка получится. Осматриваю кусты на наличие клеща. О, поклевка. Ну. Ну как-то они нехотя. Пару раз долбанет. И все. Наверное, думаю, стоит опарыши чуть поменьше насаживать, хотя бы парочку. Тогда они сразу будут заглатывать, думаю. Ну, вот он и первый осман. Не крупный. Совсем не крупный, вот такой вот. Но красивый. Оп. Неплохо они опарышей потрепали. Ну, думаю, в этой заводежке он не один, это точно. Думаю, там еще есть. Сейчас посмотрим.
еще один, опять мелкий. Я как-то раз на этой речке рыбачил чуть выше там. Там мне попадались покрупнее особи. Ну это мелочь, вот она. Ничего, сейчас поищем. Ну вот первый раз то, что клевало у меня здесь, когда только забросил, там кто-то был покрупнее, 100%. Дергало неплохо. Ну если, конечно, форель здесь поймать, это вообще будет прекрасно. Но я не уверен, что она здесь водится, в этой речке. Давайте попробуем вон туда, прям в пучину забросить. Может быть, там покрупнее будет рыбка. О, хорошая сейчас была поклевка. Мощная. Он, кстати, может уже сидеть там. Бывает такое, что дернет вроде бы. Думает, что уже все, перестал клевать, а он там просто засел и сидит, не дергается. Нет. Но поклевка мощная была. О, вот этот нормальный уже экземплярчик. Такой поинтересней. О, какой длинный. Вот такой вот. Но худой почему-то. Отпускаем. Так, давайте новые места пробивать. Вот с одного места три османчика. Довольно неплохо. Вот тоже бы вроде интересная заводёшка. Сейчас попробуем под камень положить вот сюда. Опа! Во! Сразу же поклевка. Вот этот уже поинтересней. Такой он. Гранитовый. Красивая рыбешка, конечно. Опа! Вот здесь хорошая глубина. Здесь должен кто-то сидеть, я думаю. Долго вот так смысла нет в одном месте держать. Если осман там есть, ну, где-то вот приблизительно, сразу же реагирует. Сразу же случается поклевка. Да, конечно, хотелось бы поймать такого покрупней. Хотя бы грамм на 200-300 такого. Осман бывает разных видов.
И не каждый из них вырастает до крупных размеров. Ну вот здесь, похоже, водится такой вид, который вырастает. Ну, приблизительно грамм 300-400 такие бывают они, я видел. Но крупнее не было ни разу. Ну, кто его знает? Может быть, кто-то и наклюнется сегодня покрупнее. На самом деле перспективных мест хватает. Но хочется найти такое прям с глубиной, чтобы было. И чтобы, блин, зацеп не случился. Ну, вот здесь можно попробовать. Ох ты, какой кабан! Ай, улетел! Ё-моё, вот это хороший был экземплярчик. Жаль, жаль. Ушел. Ну вот он долго не думал, не клевал там что-то. Сразу бах и попался. Жаль. Что не удалось подержать в руках его. Крупная рыбешка была. Да, там кто-то мелкий долбит, за опарыша дергает, а крючок не заглатывает. Ну давай, опа, ох ты, ничего себе, ё-моё, ой, свалился, вот он, ха-ха. Вот она, рыба моей мечты. Вот зачем сегодня я здесь. Опа-на! Ну-ка. Вот такой вот вариант. Как вам? Вот это уже неплохой осман. Хороший, красавец. Ладно, не будем его долго мучить. Пусть плывет. Вот эта рыба то, что надо. Красота. Здесь эта стенка свалилась из камня. Вот видите, она вот так стояла здесь целиком. И рухнула по итогу. Неизвестно почему. Не подрасчитали, видимо. Ох, ничего себе, какой комар огромный. О, ну здесь уже такая пучина. Здесь, блин, зацеп можно сделать. Так что надо поаккуратней. Приличная глубина.
Опа, ничего себе удар. Да блин, ну ё-моё. Интересная поклевка, мощная. Опа. Блин, как дергает мощно, а? А чё ж он никак не подцепится? Ничего. Я вам скажу, дергает прям так знатно. Должен быть крупный. Не хочет, видимо, укололся. Перестал поклевывать. О. Видимо, все-таки крючка коснулся он. Крючки я перед выездом заехал, купил нормальные такие тоненькие. До этого всегда пользовался китайскими. Они довольно толстые. Исходы очень часто. О, опять дернул. Что ж он никак не подцепится? Такие поклевки мощные. Опа, есть. Опа! Да! Блин, забагрил. Забагрил за пузо. Не захотел он ловиться нормально. Я его за пузо забагрил. По итогу. Так, 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 не двигайся. Сейчас мы аккуратно тебя вызволим. Ой-ой-ой, обидно как, а? Обидно. Вот такой вот крупный. Сильный, блин, очень сильный. Вот, это вообще, блин, просто гигант. Вот такой вот. Ну, надеюсь, блин, что с ним все хорошо будет. Надеюсь, что это ему не повредит рано. Жаль, конечно, что так получилось. Но ничего не поделаешь. Я говорю, мощные, очень мощные были поклевки. Сразу почувствовалось, что крупняк там будет. Ну что, продолжим. Здесь вообще такое место интересное. Может быть, даже и здесь прям кто-то сидит тоже. Ну-ка, давайте попробуем. Еще разок в ту же точку. Жара начинается. Солнце припекает. С утра очень прохладно было. Вот такое тоже место очень интересное. Тоже порой крупные особи вот в таких местах стоят. О, поклевка. Опа! Ну вот, здесь пошли покрупнее в низах. Такие уже экземплярчики. Кстати, голова он у него вся такая, как вот на нересте бывает у рыбы, у леща. Шершавая. О, тоже, видимо, нерестятся. Сейчас пойду переоденусь, потому что что-то мне жарко становится, вообще капец. И двинем дальше туда, внизу.
что, сходил, переоделся. Сейчас продолжим, двинем дальше вниз и будем вот такие перспективные места все пробивать. Ух ты, какая глубина. Наверное, кто-то сидит здесь. Я так думаю. Здесь очень глубоко. Обычно в таком местечке кто-то сидит. Никого. Странно. Грузик у меня довольно большой. Может быть, поэтому шугаю еще рыбу. Ух ты! Ух ты! Кто-то сошел. Ну, раз он сошел, он уже не клюнет. Вот так, если присмотреться, то я вижу, как там опарыш оттаскает на поводке туда-сюда, туда-сюда. Он, блин, не так вот просто вниз по течению, а вот так вот там крутится по-всякому. Ну, а османчик как-то ловит. Ой, блин, опять. А нет. Я думал, забагрил опять. Нет. Нормально клюнул. Вот такой тоже гранит. Ой, какой красивый, да? Да, классный. И ноздри у него такие двойные. Не знаю, видно на камеру, нет? Двойные ноздри почему-то идут у него. А, такой красивый. Так, что мне, может, наверх уже выбраться? Блин, боюсь, что клещей нахватаюсь я здесь. Постоянно приходится смотреть. Не цепанул ли. Блин. Комары здесь летают. Вот такие вот огромные. А мелких не видно. Ну вот была поклевка. А нет, вот она поклевка идет. Думал, все уже. Мелочь.
ногой он. Мелкие лучше бы вообще не клевали, они только опарышей портят. Ну, раз такой мелкий, значит здесь еще должны быть. Мелкие толпой ходят. Тихо, тихо, успокойся. Блин, губы у них, конечно, офигенные. Конкретно крючок входит. Вон там, смотрите, заводежка интересная. Надо бы туда сходить. Обязательно попробовать. О, ну вот это чисто место такое. Просто обязано быть клевым. Но это не точно. Комары достали эти крупные. Да, уже клюет. Вот такие места, где песочек, там обычно осман сидит. Вот такой вот. Домой. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, крупный был. Хороший такой экземпляр. Ну что, в общем, вернулся я назад. Походил, побродил там в низах. Не стал уходить дальше до тех мест, где вот эти камни заканчиваются, вот этот берег каменный. А просто речка уже идет. Без вот таких вот берегов. Далековато получилось, что уехал я оттуда. Ну и так, вы видели сами, рыбалка. Буквально каждое перспективное место сразу поклевка. На самом деле, вот это очень удачная рыбалка на османа. Не всегда так бывает. Прям результативно. Ну, кайф, конечно, кайф. Кайф получен. Сейчас я здесь еще чуть-чуть порыбачу, попробую. Кстати, он там еще не пробовал. Сейчас пройдусь. Ну а дальше видно будет. В общем, пока вот здесь еще поброжу рядом с машиной, порыбачу. Ну здесь как бы уже места я здесь рыбачил, как бы уже все порасшугал. Поэтому здесь уже поклевки пореже, но все равно клюет, ловится. Ну и плюс еще солнце вылезло. Может быть, поэтому тоже клев послабже будет. Ну что, в общем, я на сегодня отрыбачил.
жара уже началась, солнце высоко. Хорошо, конечно, что не говори. Но я на сегодня закончу. Поймал я сегодня ни много, ни мало, даже не считал, но прилично, потому что сколько шел вниз по речке на протяжении всего пути, поклевки были, я даже уже все не снимал, потому что поклевка одна за одной, на самом деле довольно неплохо порыбачил, время провел замечательно. Сейчас близятся выходные, я их пережду, чтобы никуда не ехать в толпу. А как закончатся выходные, в понедельник, во вторник я отправляюсь на другую рыбалку, поеду подальше, поеду на водохранилище рыбачить. Пока не решил, на кого буду охотиться, или судак, или змееголов, в какое именно место поеду. Впрочем, будет видно, я подумаю, решу и на днях соберусь. Ну и все, вот такая вот бродилка-рыбалка. Всем спасибо за внимание. Отдельное хочу передать спасибо ребятам со стрима. Все знают, к кому обращаюсь. Виктор, Аноним и прочие ребята, спасибо вам огромное. Все не пройдет просто так. В понедельник, во вторник поедем за конкретным контентом. И что из этого получится, посмотрим, конечно. Ну все, всем пока, всем удачных рыбалок. Не скучайте. А я домой, пока-пока. Посижу еще напоследок вот на этом пеньке. Чуть-чуть позагораю, посмотрю на воду, потому что последнее время сидячка дома, сами понимаете. А здесь классно. Здесь, конечно, то, что надо. Thank you.